Всем салам алейкум, друзья, с вами Абдулла, и вы на канале ОНК Геймс. Сегодня будем снимать видеоролик про Модаут 2 БКО Зон 3 часть. Погнали! Какая реалистичная графика сейчас будет. Я его улучшу, этот Модаут 2. Модаут 2. Или как он называется. Как будто бы в реальной жизни. Смотрите, тени есть сейчас будет. Вот так сильно его прокачал. Вот. Тени есть. Ламба тоже как будто бы настоящая. Смотрите, как она сейчас стартанет. Вот так, едем. Аккуратно. Никого не сбиваем. Хотя всех сбиваем, если хотим. Турбо тоже можно сделать. Да, едем, вот так тупим, обгоняемся, едем, вот так дрифты, ох, я не знал, что так быстро машина ломается, отдай дверь, закроем. Так, едем, хорошая графика даже, ну ладно. Так, гоним, гоним, тормознем. Нет, согласитесь, реалистичная графика. Как ее сделать, я вам не могу показать. Потому что это займет много времени, и я это не хотел показывать, вообще не планировал. Ну классно, зато я тени сделал. Смотрите, у нас тачка. Давайте посмотрим, у нас тачка покоцана. Стоп! Тихо. Стоп, дайте я одну вещь покажу вам. Давайте вот так завернем чуть-чуть. И вот запомните вот эту вещь. Вот так лампу запомните. Вот так. Запомните ее. Вот мы выходим, и у нее колеса такие же. Тачка уже, видно, покоцана, можно ее починить. Вот если не верите, что это взлом, вот доказательство. Нет, зато классно мы покатались. Почему у меня половина жизни есть? Мало-мало нету. Тихо, стой. Уф, как тормознули. Вот так. Починили лампу. А давайте как ее тюнинг сделаем. Покраска. Давайте рисунок добавим. От нашего логотипа нельзя добавить. А это что такое? Что? Я зря столько делал. Нет, удалить все, нет. Стоп, назад. Вперед. Все, теперь можно добавлять ванил. Или как это называется. Можно добавить ваниль. Ну, ванил. Скелета какого-нибудь или ну да, скелетика вот такого.
Чуть-чуть меньше. А тут тоже есть. Вот так. Добавить. Да. Хороший получился. А тут поставим уже звездочку, наверное. Хотя нет, как удалить, добавим, пожалуй, что ж добавить. Такое, хотя нет, удалить, поставим, вот это тоже не идет. Ну что же выбрать? Огонь типа. Меньше делаем. Так, добавить все. Купить. Все, мы такие вот. Пивать можем. Вот, друзья, смотрите на мою машину. И просто она такая классная машина. Вот, тихо. Сразу рвет просто. Аккуратненько выезжаем. Такие хорошая такая графика. Я прям, блин, наслаждаюсь этой графикой. Все ходят, звуки издают какие-то. На обгон можем пойти. Кстати, вы заметили, еще машин много появилось. Я их добавил тоже. От себя добавил. Ну, не от себя, конечно, но добавил их. Их так можно добавить в настройках Model 2. А почему Model 2, вы не задаетесь вопросом? Почему Model 2 сами не делают такую графику? Сразу скачиваешь и говорю, такая графика, на ура графика. Почему это так? Фига. А почему она следов еще не оставила? Эх, почему? Зачем я всегда почему говорю? Катаемся просто по городу и наслаждаемся такой хорошей графикой. Тени добавились. Машина как будто бы чуть-чуть улучшилась. Солнце нифига не улучшилось. На красный проезжаем. Пока город какой-то пустой. Что за фигня? Опять я покосил тачку. Где я успел просто? Давайте доставку сделаем. За 25 кристаллов. Все, доставлено. Да надоели вы со своей музыкой. Давайте поедем. Так, ну зачем столько орать, а?
Подписчики, на этом все. Ну, в общем, на этом все. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Абдулла. Всем ассаламу алейкум.